Всем привет! С вами Информ ТВ. Несколько дней назад появилась новость о том, что сын Александра Малинина, Никита, потерял свою маму Инну Курочкину. Ольга Зарубина, вторая жена певца, которая увела мужчину из первого брака, рассказала, какие у них были отношения и о том, простила ли ее Инна. Брак Зарубина и Малинина продлился всего 5 лет, и вскоре начали возникать конфликты, плавно превращающиеся в бесконечные скандалы. Интересно, что, несмотря на развод, эти скандалы повторяются до сих пор. Несмотря на это, Зарубина с любовью отозвалась о Курочкиной. Цитата: «Я восприняла это известие очень болезненно. До сих пор не могу оправиться от шока. Не ожидала, что такое может произойти. Она же еще совсем молодая женщина. Даже 60 не было. Разве это возраст умирать? Наверное, она болела». Когда Малинин ушел от первой жены, журналисты говорили, что именно из-за Ольги Владимировны. Она была виновата в распаде семьи. Сейчас женщина ответила журналу «Собеседник» и на эти неудобные вопросы. Цитата: «У нас с ней не было никаких отношений. Можно сказать, что я с ней не была особо знакома. Всего один раз видела много лет назад. Во время той короткой встречи она произвела на меня положительное впечатление. Очень приятная, порядочная и интеллигентная женщина. Спокойный и светлый человек. Это можно заметить и потому, что она воспитала такого порядочного сына, как Никита», рассказала певица, которой уже 61 год. К сожалению, Ольга так и не смогла по душам поговорить с Инной и попросить у нее прощения за то, что когда-то разбила ее семью. Цитата: «Не знаю, обижалась на меня Инна или нет за то, что так случилось с Малининым. Мне она ничего по этому поводу не говорила. Сама признавалась, что Малинин был приходящим, уходящим мужем. Думаю, она прекрасно понимала. Если бы ему не встретилась я, появилась бы другая. Он человек такой». Разоткровенничалась артистка. Напомним, Зарубина от Малинина еще в браке родила дочь Киру. Вот только артист совсем не торопится признавать девочку и совсем с ней не общается. Зарубина говорит, что у нее теперь нет никаких чувств к Малинину. Он на нее подавал в суд и хотел срубить 1 000 000 рублей. При этом женщина воспитывала ребенка и не спала ночами. Ольга говорит, что он должен за это ответить. Ведь он, цитата, «хаял на всю страну, обзывал их бомжами и проститутками». Что ж, можно понять, почему Зарубина в такой большой обиде на бывшего мужа. А как вы считаете, кто из них прав? Пишите в комментариях. Если вам нравится песня Александра Малинина, ставьте лайк. Не забывайте подписываться на канал и жмите на колокольчик. Удачи!